рассекретили представители дипломатических миссий и обсудили стратегии сотрудничества. Культура и литература играют огромную роль в налаживании связей между народами. Я с удовольствием отмечаю, что в этом году количество участников выросло, это сразу 19 стран. Все, что нужно посетителю, просто подойти к павильону, и буквально за 10 минут он сможет составить портрет страны и ее литературы. Мы постоянные участники вашей выставки. В следующем году мы планируем расширять наш стенд. У нас с Беларусью очень крепкие отношения в культурных и других областях, и мы всегда работаем над их развитием. Это дружественная страна, которая всегда предоставляет нам гуманитарную помощь, в том числе и после землетрясения. А ваша медицинская помощь помогла 5000 сирийских граждан. Мы знаем, какой человечный и неравнодушный белорусский народ. Плотный выставочный